Прямо в эти минуты в концертном зале для мечей выступает всемирно известный пианист Денис Мацуев, а днем он вручил юным мечам премии. 13 юных музыкантов, которые подают большие надежды, отмечены благотворительным фондом «Новые имена». Награждение – это ежегодное событие для Омска, и проходило оно в формате галоконцерта. Там выступили сами стипендиаты и, конечно, Денис Мацуев. С мероприятия репортаж Аллы Аксеновой и Андрея Кузьмина. Фортепиано Кирилл Ярош чувствует себя свободно. Ему не привыкать к постоянным репетициям, а также к вниманию и наградам. Я был на многих конкурсах. В последний раз в Новосибирске я стал абсолютным победителем проекта. За рубежом я был во Франции и в Италии. Я хочу быть самостоятельной единицей, чтобы мне тоже подражали. Но чтобы тебе самому подражали, нужно у кого-то тоже учиться. Кирилла Яроша и еще 12 юных дарований именными наградами отметил благотворительный фонд «Новые имена», президент которого – народный артист России Денис Мацуев. Стипендиатов выбирали ведущие столичные педагоги по двум специальностям – ударные инструменты и академический вокал. Среди всех награжденных нашлось место и хозяину саксофона. Не обошлось без игры самого Мацуева. Зрителям он подарил проникновенные размышления Чайковского. На сцене на протяжении всего концерта горел огонь. Очаг, который зажег Мацуев в знак неиссякаемости молодых талантов Сибири. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.